Ну, сегодня хорошая игра, тяжелая была для нашей команды, потому что нам чуть-чуть не хватило одного дня отдыха. За счет этого, я думаю, что первый тайм мы провалили, можно сказать. Второй тайм, я думаю, играли уже более-менее, но, к сожалению, не получилось забить гол. А так, поздравляю хозяев с победой. Хочу поздравить болельщиков, долгожданная победа, сколько туров не побеждали. Поздравляю болельщиков и своих подопечных. Хочу сказать насчет игры. Первый тайм быстрые два гола, может, нас чуть-чуть расслабили, поэтому пришлось от обороны играть. Опять также старое это, что не забиваем моменты. Сколько моментов было в первом тайме, во втором тайме. Надо забивать. Если не забьешь, результата не будет. Поэтому еще раз поздравляю всех. Спасибо большое. Сарабжан. Мистер Абжан Бапеш, Рахмат Баламе.